Простите, Митю. Да, да. Подметем. Да. Непременно выметим. Сколько листьев нападало. В парке должен быть порядок. Протекший завыть. Ой. Директор парка. Ой. Культуры и отдыха. Какой там отдых? Совещание, заседание, отчеты. Значит, это вы так хорошо шуршите? Шуршим потихоньку. Потихоньку. Это в плохую погоду, когда дождь идет. А в хорошую. Хорошую? Ого-го. Давайте сыграем в шмурки. Чернья. Чернья, чернья, чернья. Восхитительная осень. Что так? Как? Удивляете вы меня, товарищ директор? Солидный человек. А в детство впали? Вот заседание, совещание, а вы шуршите. Да нет, я тут... Никуда я не впал. Пора. А здесь я уж как-нибудь сам управлюсь.
Эй, приходи завтра. В шалку играть будем. Это мы, Шурши, начинаем настоящую осень. Это от нас зависит, какая осень будет. Ненастная или золотая. Это мы устраиваем листопад. Ах, мне эти шуршуны. Мусор только разводят. Ну, чистота в парке – первое дело. В парке должна быть золотая осень. Осень сама разберется, какая она. Без Шурши раньше времени придет зима. Зима сама разберется, когда ей приходить. Зима на носу. Неужели осень кончилась? Чего я им такого сказал? А где они? Я уже все обыскал, нигде нет. Значит, вернуться теперь следующей осенью.